Пятый канал представляет. Вам плохо? Вина перелила. Понимаю. Я его видела. Кого? Убийцу брата твоего. Доброе утро. Спорный вопрос. Понял. Желаете поправить здоровье? Еще как. Проходите. Присаживайтесь. Садитесь. Да. Бокальчик или рюмочку? Начнем с бокальчика. Понял. Прошу. Да, ну, пускай вся боль утонет, захлебнется в этом бокале. Из-за этой вчерашней? А, да. Громко ссорились? Да нет, наоборот. Ну, это она так, разогнаться еще не успела, а дома... Крики, посуда, как всегда. Давно здесь? Да не совсем. А сам откуда? Местный? Можно и так сказать. Да. Слушай, может, за компанию? Нет, я на работе, мне нельзя. А знаешь, давай-ка тяжелую артиллерию. Понял. Черт, я соберу. Ничего, ничего, я уберу. И я сам уберу. Что-то я совсем надо пойти выспаться. Сколько? 350. Ты прости. Все нормально. И сдача твоя. Спасибо. До свидания. Да. Ну, что у тебя? Ой, да я что-то так сплю плохо. А нарушение сна это может быть и соматическое. Я про отпечаток. А, ну конечно. Я думал, хоть кого-то интересует мое здоровье. А что отпечаток? Отпечаток нормальный. Все четко, все хорошо. Результаты когда будут? А когда надо? Сегодня. Дерзко. Да, амбициозно. Я сегодня отправлю в базу данных. Вот когда придет, тогда и придет. Скажи, пожалуйста, ускорить это как-то можно? Ну, конечно. Я запросом отправлю телеграмму. Ждем, любим, целуем. И еще розочку приклею. Если поможет, отправляй. Как вы мне все надоели. Ух ты! Слушай, Черняев, ты уже как-то примелькался. Не рада мне, милая. Так что за фамильярность? Там, между прочим, ограбление оформляют. Пошел бы поинтересовался. Это не мои хлопоты, я не занимаюсь оперативной работой. Чем это интересно?
занимаешься. Ну, газетку отдай. Угу. Ну, очевидно, невероятно. Что, про инопланетян всяких, да? Там разные факты есть. Так. Найдено кольцо из материала неземного происхождения. Так, так, так. Интервью с Сергеем Зверевым. А он тут при чем? У него был контакт с инопланетянами в детстве. Да ты что? Александр Сергеевич, у вас еще что-то? Нет, Ольга Валерьевна. Ну, все. Свободен, Саша, свободен. Я почитаю. Очень интересно. Да у меня этих встреч неприятных. Да-да. Здравствуйте, это провидица Елена? Я вас слушаю. Я увидела ваше объявление в газете. И надеюсь, что вы мне поможете. Вы правильно сделали, что позвонили. Я, правда, никогда раньше к гадалкам не обращалась. Это не страшно. У вас проблемы в семье? А вы так прямо это почувствовали? Я всегда чувствую такие вещи. А, мой муж. Думаю, он скоро от меня уйдет. Это мой профиль. Приходите ко мне сегодня после двух. Спасибо вам большое. Я обязательно приду. Спасибо. И возьмите фотографию мужа. До встречи. Фотография, так фотография. Так, что это у нас? Кража со взломом. Неинтересно. Аферы с недвижимостью. Люблю находчивых. Далее. Ижевск. Вань, нужна твоя помощь. Сейчас, Антон Максимович, секунду. Иртыш. Исландия. О, Исландия. Достоевский. Фагот. И повороте пишется не так. Надо ехать. Блин, Антон Максимович, вы прям как я, когда не голодный. Нужна твоя помощь в одном неофициальном расследовании. Так, что делать? Поговоришь с одним человеком, директором ресторана. А что спрашивать? Спросишь насчет их сотрудника-официанта Константина. Нужно сделать все по-тихому, можно спугнуть. Есть по-тихому. А что за расследование? Он может оказаться наемным киллером. Киллером? Настоящим киллером? Спокойно, спокойно. Никто не должен знать, что мы заняты этим делом. А мы как, мы на опережение работаем? Или он уже завалил кого-то? Ваня, завалили моего брата. Хватит вопросов об этом. Блин, извините, Антон Максимович, я знал про Димку, но я думал, он как-то это сам... Появились новые обстоятельства. Пошли. Слушай, я все понимаю, я... Полностью признаю свою вину, готов договариваться. Подождите, это вы о чем сейчас? Что? Ну, о чем вы сейчас говорили? Ну, я ничего, ты что? Так, ладно, я не по этому вопросу. Официант, блондин, высокий, он долго у вас работает? Костя пару лет, до него девочка работала. Так, что вы скажете о его профессиональных качествах? А он что, натворил что-нибудь? Ты мне сразу скажи, а я... Я сам плохих людей не люблю. Если плохой человек посадите, я ни разу не обижаюсь. То, что вы не будете обижаться, это, конечно, хорошо, но пока его никто сажать не собирается. Мы справки пока наводим. А, ну что сказать, работает нормально.
не опоздал, не воровал. Ну, клиент доволен, я доволен. Не пьет. Слушай, вино тоже не пьет, представляешь? Не представляю. Ну что, ну это иногда отгулы просит 2-3 дня, у него мама болит. Не густо. Это мой телефон. Ага. Вы, если что-то интересное вспомните, вы мне обязательно позвоните, хорошо? Все. Есть? Узнал, узнал. Все узнал. Так, значит, его зовут Костя. Все? Ну, нет, конечно, но в целом все. Только имя, которое написано на бейджике. Вань, ты полчаса там сидел. А что? Ну, директор ничего не знает. Тихий, спокойный, ни с кем не дружит. Ну, конечно, и весь такой из себя незаметный. Маму любит. Отгулы берет проведать ее. Только я думаю, там мамы никакой нету. Это 100% киллер. Брать надо его. Логика у тебя железная. Вань, нам доказательства нужны. Адрес взял? Взял. До скольки он работает? До 7. Так, успеем. Поехали. Кажется, здесь. Миша, это ты? Это не Миша. Подождите, мы из полиции. Гражданочка! Гражданочка! Нас интересует сосед из квартиры напротив. Вы его знаете? А я всегда знала, что он что-то замышляет. А с чего вы так решили? Тихий он очень. Со всеми здоровается. Пакеты помогает нести. Не нравится он мне. Матильда, тихо. Гражданочка! Да что ж такое-то? Что за город такой? Идем к участковому, Бычков. Разберемся. Здравствуйте. Здравствуйте. Это я вам звонила. Да, проходите. Присаживайтесь. Да. Ну, рассказывайте, кто она? Ваша соперница. Вы ее знаете? А, соперница? Да, знаю. Опишите мне ее. Описать? Так, может быть, вы ее опишете? Я? Нет, ну вы же это... Вы все видите. Нет, не подумайте, я не то чтобы сомневаюсь в вас. Просто мне кажется, будет лучше, если вы ее сами увидите. Пожалуйста. Вижу женщину рядом с ним. Она молодая. Да. Ей 22. Она брюнетка. Угу. Вы знаете, очень плохо получается ее рассмотреть. Я возьму карты, карты больше скажут. Ну, давайте карты. Пусть говорят. Пусть все, все скажет. Как, был один звонок с жалобой на шум. Вот, это то, что нам нужно. Что за шум? Музыка гудела, спать не давала дедуле одному. В квартире были? Проверили? Ну, потом оказалось, это этажом выше. Ясно. Но есть вот из 42-й квартиры Демидов. Так на него, папочка, пожалуйста, будь здоров. Демидов нам не нужен. Ну, почему же не нужен? Тут же и сабантуи, и драки постоянные. Ты бутылками из окна бросался? А наш официант тихий. Да. Вот она, пиковая дама, ваша соперница. Вот трифовая, это вы. Как интересно. Прям как в жизни. А это и есть ваша жизнь. А, ну да, да, точно. Да, да. Угу. Ну вы рассказывайте, рассказывайте. Что там дальше?
Слушайте, а вот это как работает? Не трогайте руками. Сядьте на место. Да, пожалуйста, я ничего не трогаю. Да, Амосов, Амосов. Теперь понятно, какие у тебя источники информации. Вы кто? Что вам нужно? Ничего. Все, что мне было нужно, я увидела. Вы из полиции? Чуть-чуть. Зачем вы пришли? Да вот как-то стало интересно, что делает сотрудник полиции рядом с какой-то аферисткой? Рядом? Угу. Так вы ревнуете? Я? Смешно. Ой, я не могу. Боже, да так и есть. Деточка моя, да было бы кому и было бы кого. И, кстати, я здесь по служебным обязанностям. Да расскажи мне. Я таких, как ты, навидалась. Ходят спесивые, как индюки, ядом плюются. Что? Индюки, значит? Да. Именно. А потому что личной жизни ноль и никому не нужна. Вот и ходит, раздувает самомнение. Слышишь ты, язык свой попридержи. А я, между прочим, у себя дома. А если что-то не нравится, на выход. Да. Запала на мужика, ходит, спектакль разыгрывает. Лёня, обрадуй меня. О, результаты есть. Антон Максимович, вы танцевать умеете? Значит, есть. Ха. Лёнечка, ты лучший, ну, самый хороший. В этот раз оно, можно сказать, было несложно. То есть? То есть, вот, посмотрите. Товарищ этот проходит по делу о заказном убийстве какого-то там бизнесмена. Но он раньше не светился. А тут отпечаточек оставил на дверном звонке. А? Киллер. Ну, киллер, судя по всему, профессионал. Заказчика выловили, а исполнитель исчез. Между капельками проскочил. Да, я вам отдаю все это дело. Вот. А хотите знать мое мнение по этому поводу? Значит, так. Ясно. Ну, что ты расстегнутый ходишь, а? А ты что, рукава-то закатал? Ты что, в Техасе, в какой-то Алабаме, чтоб черные очки бы нацепил? Альберт Иванович. Ну, что такое, Ломосов? Страх потерял, в чем дело? Есть зацепка по одному важному делу. Ну. У нас в городе киллер. Так. Вот заключение экспертов, отпечаток, проходил по делу об убийстве одного крупного бизнесмена в Москве. Исполнителя так и не нашли, но есть информация, что в нашем городе. Откуда такая информация? Послушайте, на нем висит не только этот бизнесмен. Надо брать прямо сейчас. Значит так, без моей команды ты не рыпайся, я тебя прошу. Альберт Иванович. Нет, подожди, если он такая важная рыбеха, то нужно делать все как следует, по инструкции. Я звоню в Москву. Товарищ полковник, он может уйти, а если мы... Без команды Москвы? Вот занимайся своими делами, я тебя прошу. Да, но ведь если... Амосов. Я тебе вызову, так что не дергайся. Я сам изучу. Так. Фамилия? Чего? Встать, когда со старшим по званию разговариваешь. Майор Куликова. А, Ольга Валерьевна, простите, не узнал. Лейтенант, что ж у тебя происходит, а? У тебя в районе полно мошенников, а ты здесь сидишь, развалился, пазлами играешься. А кто мошенник? Знакомый персонаж? Что у тебя на нее есть? А, провидица Воробьяшкина. Так ничего на нее нет, сидит тихо, не высовывается. А то есть реклама в газете, это не высовывается? У тебя в районе гнездо аферизма! Прямо у тебя под носом! Ну, так не жаловался раньше никто. Лейтенант, я что-то не поняла. И что ж получается, если тебя на участке кого-нибудь убьют, а жалоб не будет, так это все нормально, ладушки? Никак нет. А что, уже был сигнал? Да я тебе даю сигнал! Это понятно? Чтоб ее здесь не было! Понял. Доложишь. Может, вы мне скажете, куда мы едем? Я-то тоже нахмурюсь. Пока никуда не едем. Катаемся? Не совсем. Сейчас
Подъедем ближе к ресторану, будем вести наружное наблюдение. За официантом? Да, Вань, за официантом. Ага. Типа, чтоб не ушел. Умница, догадался. Да, несложно было. Вань, что за цирк, а? Только не сегодня. Ну а что, солнце светит? Сами брать будем? Нельзя. Без команды нельзя. Плосков нам голову оторвет. Да. Здрасте, Арам Ашотович. Да, мы к вам как раз. Ну, в смысле, мы мимо проезжаем сейчас. Да? Давно? Черт. Да, мы обязательно зайдем, конечно. И вам тоже, и вам. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Кто это? Это директор ресторана. Говорит, официант. Отпросился, ушел. Куда ушел? Да домой, наверное. Эй! Чего то, Максим? Чего не предупредили-то? Ты на лифте, я по лестнице. Оружие на изготовке. Лейтенант Бочков! Это что там у тебя? Что, пукалка? А ну-ка, положи-ка. А теперь тихонечко ложимся на пол. Я не к вам пришел, я тут к бабушке зашел. На пол, придурок. Тут грязно. Лег на пол! Все, ложусь. Опусти пистолет. Положи аккуратно. Быстрее! К стене! Бычков, на мушку его. Не ори, здесь люди. Прошло время одиночек, понял? Против команды ты ничто. Ты один, нас двое, все, нет тебя. Лейтенант, успокойтесь. А классная у тебя пукалка. Ваня, убери это. А что, вы пистолета боитесь? Я тебя боюсь с пистолетом. А ну отвечай, кто твой заказчик! Бычков, успокойся. Товарищ майор, вы мне его потом дайте. Да я таких, как ты, на раз-два колол. У меня прям злость накопилась, я чувствую это. Ваня, не кипятись. Я потом с ним сам поговорю. Так, давайте еще раз, Светлана. 100% приворот. Это приворот «Черное венчание». Приворот, сделанный на крови. Нужна капля вашей крови, понимаете? Угу. Поэтому решайте, чего вы больше боитесь. Укольчика в пальчик или умереть в одиночестве? А можно без укольчика? Я вам заплачу. Нет. Для любви нужна смелость. Ой, стучат. Ничего страшного. Ко мне просто так никто не заходит. Бояться. Давайте руку. Рукоприкладство и хранение холодного оружия, да? Так, гражданочка, освобождаем помещение. Григорий Степанович, здравствуйте. А что случилось-то? Смелее. Эй, вы чего? Давайте на выход. Чем это мы здесь занимаемся, гражданка Воробьяшкина? Незаконный бизнес развернули, значит, да? Какой незаконный бизнес? Люди за советом приходят, я помогаю. Вижу я, какие вы тут советы раздаете. В общем, факт установлен, будем оформлять. Как оформлять? За что оформлять? Жалоб никаких нету, никто не жалуется, значит, потерпевших нет. Это вообще-то моя собственность. А это мой район.
И я тебя могу хоть завтра за это привлечь. Да что ж такое? Почему вы мне угрожаете? Золотко мое, я тебе не угрожаю. Я тебе говорю, как оно есть, понимаешь, нет? Григорий Степанович, да как же? Я же вам из Москвы Кёльнский собор заказала. Значит так, чтобы никаких объявлений в газетах, никаких клиентов, никаких магазинов. Сегодня посылка пришла, посмотрите. Две башенки, 179 элементов. А жалобы на тебя найти несложно. Да как же так? Это, я же вам раньше-то не мешала. Нагадала ты, видимо, кому-то. Не того чего-то. Это кому же это? Значит так, я тебя предупредил. Выбирай дальше сама, как оно будет. По-хорошему или по-плохому. Я все сказал. Я к Полоскову, а ты в камеру его оформи. Понял? Пусть в обезьяннике посидит. Тогда ты рядом с ним и будь начеку. Обижайте, Антон Максимович, я как-то раз футбольную команду конвоировал. В раздевалку? Блин, у меня из-за вас кодекс неполноценности начнется. Комплекс, Вань, неаккуратнее. Колян, ну открывай, чего стоишь-то? Сань, подожди, ты... Нет, дождись, ладно, я сейчас быстро с ним оформлю. Стоять! Не жертва! Дернешься и будешь жить в башке. Понял! Все на пол! Оружие на пол! Нереза! Не дури ты, Броводе! Опусти пушку. Иначе твоя шавка будет без башки. Понял? Ну? Так, быстро, быстро вооружение! Чернее, что здесь происходит? Оля. Босов арестовала официанта. Быстрее, быстрее! Официант освободился и взял в заложники Бочкова. Что будем делать, Оля? Слушай, хватит причитать. Стой здесь и не отсвечивай. Я сама разберусь. Оля! Спокойно, спокойно, я кладу. Убрал уже нахрен! Убираю. Иначе его пристрелю. Ну? Один, два. Вали куда вылез! Я ухожу! Что? Готов. Обстоятельства потом доложите мне лично. Дежурный, я отстраняю вас от службы на 3 месяца. Вы учитесь сначала оружием пользоваться. И никаких премий полгода. Вызовите скорую. Преступник захватывает в заложники полицейского. И где? Прямо здесь, в РВД. Не в Гарлеме, в каком-нибудь. В Гарлеме. Да. Вот хорошо, что мы от журналистов отпихались. А так что бы было бы, а? Хочешь оружие, заложников, заходи в РВД. Тут их навалом. Да, бери, действуй. Так, что ли, выходит? В общем, короче говоря, позвонили в управление. Там все знают. Если когда разберутся, то плюх будет всем, навалом. На каждого. Да, Амосов? Скажите, с какого перепугу вы один полезли на подозреваемого? Без группы поддержки. Альберт Иванович, поступил сигнал о том, так что... Да какой сигнал? Может, и видение еще поступило? Сами бы вышли на след. Все, взяли бы... Правильно, Ольга Валерьевна? Совершенно верно, товарищ полковник. Ну вот, а так, скольких людей ты риску подверг? А? Если бы не Ольга Валерьевна, то кланяться ей надо. Ну, это лишнее, Альберт. Нет, в ножки кланяться. Я представлю вас к награде обязательно, Ольга Валерьевна. Спасибо. Я просто выполняла свою работу. Вот. Вот если бы так все выполняли свою работу. Да, Бычков? Ты вот скажи мне, дорогой, ты устав караульной службы хоть раз в глаза видел, а? Да я, можно сказать, сплю с ним, товарищ полковник. Да с ним не спать, надо его учить надо. Правила караульной службы надо знать на зубок. Выпустил ты конвоируемого из поля зрения, что повернулся к нему спиной, можно сказать. Произошла ошибка, товарищ полковник. Ошибка. Ошибка в том, что ты здесь до сих пор. В общем, я вас предупредил. Разбор полетов еще впереди. Все свободны.
Все за работу. Амосов, останься, пожалуйста. Ну, ты, Антон, просто меня расстроил. Чего ты на него полез? Ну, что за детский сад? Я не мог допустить, чтобы убийца брата ушел. Человек, как ты на него вышел? Понимаешь, ну, откуда ты взял, что он Диму? Есть свои источники. Какие источники? Интуиция. Интуиция? Ее к делу не пришьешь. В общем, так, собирай все свои наработки и отсылай в центр. Там этот официант больше наследил. Альберт Иванович, я не согласен. Я хочу поднять дело брата. Дело никто поднимать не будет. Нет оснований, понимаешь? Там лучшие люди работали, все сделали четко. Конечно. Куликова застрелила киллера, который мог дать показания, а если всплыли бы факты... Отставить! Что за намеки? Я Ольгу Валерьевну очень много лет знаю. Такого сотрудника еще поискать нужно. Вот это факт. А все остальное – это твои домыслы. Антон, я, конечно, тебя понимаю, но такая рана не заживает. Но в нашем деле нельзя давать волю чувствам, понимаешь? Я хочу посмотреть дела в архиве, которые вел Димка. Да, конечно, для самоуспокоения, но там ничего нет. А если из Москвы что-то на киллера придет? Я тебе первым сообщу, но не сомневайся. У тебя дверь открыта. Мне не от кого запираться. А что случилось? Все. Закрывается лавочка. Спрос упал? Нет. Участковый приходил. Велел прекращать деятельность. Может, я помогу как-то решить эту проблему? Ты и есть моя проблема. Начальница твоя приходила. Куликова? Не знаю, наверное. Вещала, распиналась про связь сотрудников с аферистами. Потом пришел участковый и обещал отсидку. А это что? Кёльнский собор с двумя башенками. Я участковому нашему из Москвы заказывала. Уже второй год. За это он меня любил и глаза на многое закрывал. Все, видишь, не помогает теперь. Скажи, может, я решу это как-то через Полоскова? Ой, не надо. Не хватало мне еще в центре ваших ментовских разборок завязнуть. С вашим гадюшником разбирайтесь сами, а я что-нибудь придумаю. А ты чего пришел? С днем мелиоратора поздравить? Нет, мы взяли официанта, пытался бежать, был убит. Ну, видишь, как все удачно срослось. Ты помог бежать? Нет, не я. Лен, может, мы сходим на квартиру к официанту, ты что-нибудь почувствуешь, увидишь? Слушай, ты издеваешься надо мной? У меня своих проблем выше крыши. Я тебя на официанта навела? Навела. Все, что обещала, сделала. Можно меня теперь в покое оставить? Я понимаю, что не могу просить тебя об этом. Мы чужие люди. Но для меня это важно. Важнее всего. Пожалуйста. Боже, какой ты нудный. Давай я помогу тебе. Что я должна увидеть? Не знаю. Буду благодарен за любую информацию. У меня плохое предчувствие. Заходи. Это его комната. Проходи. Я не могу туда. Лена, надо конкретное что-то. Эксперты ничего не нашли. Стерильная квартира. Ни улик, ни отпечатков. Помоги мне. 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 Помоги мне.
делала? Как же? Как же это? Ах ты! Ах ты! Ленка, Ленка! Ах ты! Ленка! Ленка! Да? Ух ты. А, да, это тебе. Полями ко мне пробирался или чью-то дачу обнес? Это знак благодарности. Так мило. Да ты поэт? Как ты? Сказали, что что-то типа припадка было. Это серьезно? Да вроде нет, отскочило. Завтра-послезавтра уже можно будет домой и работу новую искать. Лен, я понимаю, конечно, что это не к месту, но что ты там видела? Вот ты же упертый, а? Что я видела? Много зла, много трупов. Ужас в концентрированном виде. Понятно. Может, и правда лучше съезжать из этого города. Ты съезжать не спеши. Я разговаривал с участковым. Его страсть перед пазлом непобедима. Да ладно? Так и есть. Так что ты говоришь означает? На самом деле я хотел... Извини. Да, слушаю. Антон Максимович, у нас ЧП. Пропали две маленькие девочки. Одна из них внучка Полоскова. Ты с оружием? Да взял, я взял. У нас общий сбор, приезжайте.